Три пятерки уже в Субару пошел к вам. Смотрите. Так точно. Скончался от ножевых ранений. Тело 23-летнего жителя Пскова обнаружили во дворе Орджоникидзе 4. Молодой человек в наш город приехал к родственникам. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя. Он и находился с пострадавшим последние минуты его жизни. Молодые люди были приятелями. Мужчины распивали совместно спиртные напитки. Между ними произошла ссора. И один мужчина нанес второму не менее 12 ножевых ранений в области груди и спины. Задержан мужчина 94-го года рождения, ранее судимый. На допросе 20-летний молодой человек пояснил, от алкоголя он становится агрессивным. Банковскую карту и ценные вещи подозреваемый забирать не стал. Возбуждено уголовное дело, снова попасть за решетку северодвинец может на 15 лет. Еще одного любителя взяться за нож разыскивают. Составлен фоторобот. Напомним, 7 июня мужчина с ножом напал на 63-летнего пенсионера в ГСК «Контакт». Нанес множественные удары ножом, отчего пенсионер скончался в больнице. По версии полицейских, подозреваемый может страдать психическим отклонением или заболеванием. На данный момент, за июнь месяц, за причиной ножевых ранений разыскивается только лицо, которое причинило ножевые ранения в ГСК «Контакт». Ну, то есть никакой серии ножевых нету, никакого маньяка в городе нету. То есть не связано? Эти события не связаны, везде лица задержаны, везде принято процессуальное решение. Приметы нападавшего. На вид 30 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, славянской внешности, волосы на голове короткие, носит очки. Был одет в черную куртку из искусственной кожи, темные спортивные штаны с белыми полосками по бокам. Все, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемом, полицейские просят сообщить по телефону 8 953 930 06 69. Мужчина заблудился в лесу. 42-летний северодвинец с сыном отправились с ночевкой на рыбалку на озеро Большое Гаврилово. Ночью мужчина пошел ловить рыбу, ушел далеко и заблудился. В поисках отца 14-летний подросток утром прошел в одиночку до озера Пикалево 4 километра. Сын утром встал, отца палатки нет. И бросился на поиски, не нашел, дошел до Пикалево. От рыбаков позвонили нам. У них связь с городом есть. Значит, группа выехала и нашли человека на тропе в 3 километрах от озера. Отца с сыном отправили домой, помощь медиков им не понадобилась. Спасатели предупреждают, отправляясь на рыбалку или в лес, необходимо сообщать родственникам место, брать с собой телефон, компас и лекарства.